Доброго времени суток, дорогие зрители и подписчики канала, с вами Локи, и сегодня у нас в преддверии полуфинала Кубка Англии матч между Челси и Манчестер Сити. Вы, друзья, в комментариях пишите свои прогнозы на эту игру, как вы считаете, кто в ней победит, ну а позже мы узнаем, каким результат будет в жизни. Ориентировочные составы взяты исключительно из данных в интернете, в жизни они могут отличаться, ну и давайте начинать. С центра поля встречи начинают футболисты Челси. Поехали. Манчестер Сити с мячом в атаке. Первая попытка удара. Вторая — это Фоден. Пытался он здесь пробить соперника и довести мяч до ворот, но пока не получает. 14-я минута, и вот уже Челси готовит свою атаку. Сейчас Жоржиньо ищет партнера. Маркус Алонсо, он на левом фланге. Его сбивают, вскрикивают трибуны, но арбитр молчит. Хорошая передача, это Маунт, он залетает в штрафную. Отдает передачу, будет ли еще один удар? Удар есть, ребята, Канте забивает, но было положение вне игры. Этот гол не будет защитом. У нас середина первого тайма, команды очень активно атакуют, буквально играют практически без центра поля. Пытаются сразу довести мяч до штрафной соперника. 34-я минута, очередная атака Манчестер Сити. Это Гюндоган. Ждет, пока партнеры откроются. Снова Гюндоган. Рахим Стерлинг. На коротке удерживает мяч, смог его сохранить. Снова Стерлинг, попытка удара. И все перекрыто. Рахим Стерлинг, выход 1-1. И на 41-й минуте Манчестер Сити выходит вперед. То, что не получилось сделать у Челси, получается у футболистов Манчестер Сити. Очень здорово. Выждали паузу, и Стерлинг остался совершенно один. Ну и без труда переиграл Менди. 56-я минута, и штрафной в исполнении Ман-Сити. Кевин Де Брюйне у мяча. Он берет разбег, бьет по воротам. Менди вытаскивает сложнейший мяч. А это атака Челси. Джеймс уже в штрафной, передаче на Хадсон-Одои. И счет сравнивается. 1-1. Челси выправляет ситуацию. Но здесь здорово Джеймс увидел партнера, выдал передачу, и Хадсон-Одои не имел права промахнуться. Опасный момент, и Габи Жезус сейчас мог забить. В основное время команды не решили, кто же окажется сильнее. У нас счет 1-1, и мы отправляемся в дополнительные два тайма. Габи Жезус, он уже в штрафной. Передача, будет ли удар по воротам? Удар по воротам есть, и Кевин Де Брюйне попадает в ногу соперника. Начинается второй дополнительный тайм, и по-прежнему счет равный 1-1. У нас уже идут последние минуты дополнительного второго тайма. И если сейчас ни одна из команд не забьет, то нас ждет серия 11-метровых. Начинается серия пенальти. Хаверц подходит к мячу, бьет по воротам, и Эдерсон спасает. Кевин Де Брюйне. Он точен. Хаким Зиеш снова против Эдерсона. Удар по воротам. Мяч в сетке. Габи Жезус. 2-1. Аспиликуэта. Не забивает. Мяч от перекладины отскакивает в Эдерсона и вылетает в поле. Морес. И Менди тащит. Маркус Алонсо. Он попадает в перекладину. Это шикарные шансы для Манчестер Сити выйти в финал. В нашем прогнозе, друзья, по серии 11-метровых побеждает Манчестер Сити. Вы пишите свои прогнозы в комментариях, поддерживайте видео лайком. Ну а с вами был Локи. Огромное спасибо за просмотр и поддержку. Увидимся. Пока-пока.